кнопка, ты такая красивая. А мне не кусила вообще-то. Вообще-то красиво, все. Вообще-то не красиво. Красиво, все. Папа, ты будешь с нами снимать? Да. Стой, мама тебя подготовит же, чтобы ты был красивенький. О, челочку мы так и не подстригли, надо пойти к парикмахеру. Будешь так стоять? Нет, ты будешь тут с нами снимать видео. Садись. Милая, вот, у меня там даже места нет. О, садись там, узнай. Ой, Сэма не видно там. Так, итак, ребята, всем привет! Всем привет! Всем привет! Лол сюрприз! Киндер сюрприз! Киндер сюрприз! Да, лол сюрприз! И вот это! И Pick Me Pops сюрприз! Так. Вот такой огромный, мы еще ни разу не открывали такой огромный. Pick Me! Сегодня папа подарил нам. Угу. Что, так и называется? Сегодня день благодарения. Мама, давай пойдем сейчас открывать. И... Это подарки. Сейчас такие. Будет Сэмчик открывать. Да, открывайся. Так, я открываю. Ой. Больно, да? Нет, слишком скользко. Ничего, мы ее задержали. Так, хорошо, Сэмчик. Что, змея получилась? О, всё. Получилось. Давай, уберем. Змея! Длинная вот. Змея, да? Все. Теперь что мы сделаем? Пойди что-то другое. Где еще поясок такой? Давай поищем. Может, это мышки? Может, вот здесь. Здесь? Где? Здесь. Тут нет пояска такого. Ну, давай поищем. Вот он. Угу. Молодец. Вот. Синий сайт! Синий в этот а раз? А не золотой! А ну покажите вот ваших питомцев, которые в прошлый раз попали. Так. О, смотрите, какой красивый. Ой, ну, давай сюда а это пахнет ручек. Как? Пахнет, да? Это в прошлый раз Лизе вот этот питомец попался. А Сэмчику где пони? Вот он. Давай. Сэмчику в прошлый раз вот такая пони попалась. Сам хочет, чтобы пони был мальчик. Смотри, мама, да. Я не знала, что у босых есть такие. Очень пахнет хорошо, да. О-о-о. Мне вот этот вот Мишка нравится. Мишка? Угу, Мишка. Вот это есть. А сюрприз? Мне такой есть, еще понисик есть. Да. Бассейн. Я сейчас возьму. А ну-ка, я в носу все возьму. Ложи, ну, бери носу. Так. А теперь давай, открываем! Открываем, смотрим, кто же у Лизочки попался. Так, сначала. Подсказочка. Корона. Корона? Кто это? Яичко. Сова. Сова? О, нет. Ну сколько можно? Нам уже миллион раз эта сова попадалась. Ты не порежь, она внутренность. А ничего страшного. Ну, давай. Ничего страшного. Открывай, да. Но зато у меня три. О, нет, это не сова. Какие-то золотые ботиночки. Это фараон. Фараон? Да, это фараон кисонька. Ура, нам же ни разу еще фараон не попадалось, да? Класс. Давай большое откроем. Давай сначала большое. Мы открыли золотые туфельки, а Лиза думает, это фараон киса. Да, фараон киса, я тоже по нее мистала. Ура, фараон, у нас киса. Такая куколка есть уже. А теперь кошечка, ну покажи. Смотрите. Фараон кошечка? Вот, подсказочка. Подсказочка. Лиза, как раз как ты хотела. Держи. Все твои желания сбываются. Видишь, как классно. Лизе просто везет и везет.
Куда везет? Ой. Куда везет? Да, везде везет. А я не хочу свой, потому что это миска. Ой, сыпка. Так, сыпка. Что вам попалось? Карандашик еще? Карандашик. А ну покажи, Сенчик, какой карандаш? Вот такой, ручка нашла. Давай, я посмотрю. Так, положи вот сюда и тут пиши. Синюю. На столе надпись. Понял? Тут вот. Покажи маме карандашик, Сэмчик. Давай я открою. Вот Сэмчик открыл еще вот такую ручку. Две? Ну, зачем? Скорее, конечно, наводится. Вот такая ручка попалась ему в этом сюрпризе с Мишкой. Так, давай и следующий. Что еще? А ну картинку. Не-не-не, покажи маме картинку. А песочек есть. Вот. Песочек? Розовый. Розовый, да? Да. Смотрите, здесь написано Berry Best Friends. Лопатка. А ну покажи. Смотрите, какая лопатка. В виде кошечки. Потому что у нас, кошечки? Потому что у нас кошечка-фараон, да. Не, еще песочек там что-то есть. Да? Угу. А, что-то в песочке должно быть? Угу. Ух ты, брелочек, а ну покажи, Сэм. Гантеля какая. Гантеля? Ну это значит спортом надо заниматься, да? Может... Вот я одеваю туфельки может, нашей кошечки. Мишка силач? Может быть. Угу. Давай, я открою. Можно я открою? Красивая открыточка. Открыточка была? Угу. А ну покажите мне гантелю. Вот гантеля. Мама, смотри. Украшение на кошечку фараон, точно. Сейчас мы все оденем ей. А вот это что? Мама! Ну покажи сюда. Смотрите. Классно, он прыгает, подпрыгивает и ловит бульбочки. Смотрите, а это гантелька. Ну или это мишка просто брелочек. Смотрите, папа, это мишка брелочек. А мишка брелочек? Смотри, да. Смотри. Ням, вот так. Ням, ням, ням. И знаешь, последнее, это наш сюрприз. А ну-ка, девочка, да? Да. Ну-ка. Ноги отдельно, ноги. Туловище отдельно, ноги отдельно. Это ой. Что? А, это что-то настояло. Вот это да, супер девочка. Ее поставить надо. Вот, знаю, только, мама, смотри. О, вот так. Так, Сэмчик, Лиза, поделись. Ой. А это что, тоже давай было? Давай я буду тебя. Подожди, а где это было? Где это было? А, это Сэм нашел на полу. Не, ну это ж откуда-то выпало. Mm-mm. Это с фараон кошечки еще вот такая вот кошечка у нас. Mm-hmm. Интересно. Лидочка, поделишься с Сэмом шоколадом? Я задеюсь, я отъела, заподеела. Ох, умничка как ты. Анна такая. А где? Эльза, ты куда? Эльза, ты куда? Мишка, конечно. Я такой принесла. Мягенький, такой классный Мишка. Давай, Лиза, иди сюда. С сердечком. О, какой мягенький. Там внутри какие-то там такие камушки. Да. Чем он пахнет? Конфеткой. Конфеткой, точно. Папа, да? Ой, подожди, у тебя на футболке дырка появилась. Че? Вон. О, нет, у меня... Сверху, там, на, возле... Мне опять же надо помыть руки. Лампочка. Как... Кто заметил дырку у нашего папы на футболке, ставьте лайк. Папа, как ты одел такую футболку? Где он, блин? Вон, на горловине, вот здесь прям. Где ты ее откопал? Эту я езу. А где рот? У Макса, что ли? Надо зашить. Папа. Так я сразу не увидела. Но мы же сняли это видео. Мы его хотим поставить. Так что по-любому будешь теперь с дыркой в видео. Ну и ладно. Давай, пойдем. Неправильно сделали, короче, все. Ну, ничего страшного. Че, много выдумываешь?
Вон чуть-чуть. Половину хотя бы. А мне нравится Мишка. Мама, просто надулся, и Кис хочет залезать, но он его. Да? Мыльная вода там получилась? Ну, такая себе. Ну, давай. А видите, бульба ходит. У нее понос. Кто придумал? Можно я? Кто придумал такие вот игрушки чашечка, вообще? Чашечка. Скажите мне. Не сильно только. Смотри, чтобы не упала кружечку. Помыть теперь надо эти игрушки, они все у нас мыли. Ну все, говорите ребятам пока-пока. Да, всем пока-пока. Всем пока-пока. Подпишитесь, ставьте лайк. Все сначала. Лиза, скажи, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. А я не могу. Папа скажет, подписывайтесь, а ты скажешь, и ставьте лайк. Подписывайтесь! Да не так, папа. Еще раз. Подписывайтесь. Да не так. Подписывайтесь и ставьте лайк. Папа, мама, давай ты сказал вот так. Папа, давай ты сказал. Подписывайтесь. Папа, давай ты сказал всем. Всем привет. Ну, а если серьезно? Подписывайтесь на наш канал. Да нет. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Лайк ставьте, поняли? Да не так, папа. Слушай, так все разбегутся с нашего канала. Ребята, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Ребята, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Мы очень смешные. Чего вы смеетесь? Ну давайте, нормально скажите. Подписывайтесь на наш канал. У нас очень весело. Очень. Подписывайтесь. Мама, можно пока один карандаш? Подписывайтесь. Можно, только сильно не дави. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Ну что, ребята, теперь уже точно. Ну что, мы закончили. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайк. И ставьте подписки. И ставьте лайк. Говори. И ставьте лайк. И ставьте. Вот сюда смотри, скажи, и ставьте лайк. И ставьте мишки. Мишки, мимимишки, лайк. Да. Лайк, лайк, лайк. На канале Зульфия и папа. А давай играться, папа.